Истерический смех. Кто не смотрел предыдущую серию, ты много потерял в этой жизни. Потому что в предыдущей серии ко мне в ролик явился настоящий демастер и сказал мне то, что я могу себе... Нет. Я даже не скажу, что он мне сказал, потому что тебе самому нужно это увидеть. То, что он мне сказал, повергло меня в шок, и мне кажется, всех моих подписчиков тоже. Если ты не видел предыдущую серию жизни ютубера, перед тем, как мы с тобой отправимся на этой машине обратно в город и дадим ее Арсению Гонщику, потому что если он у меня спалит то, что я украл у него машину, он никогда мне ее не продаст. Вот прямо сейчас надо мной будет подсказочка. Я до сих пор в шоке. Готов? Готов посмотреть? Бра! Вот, смотри, пожалуйста, предыдущую серию, офигевай так же, как я, а потом возвращайся в эту и досматривай ее до конца, потому что это какая-то жесть на самом... Так, если вы не понимаете, что произошло... Золотая кнопка... Да заведись ты уже, тарантайка заглохшая! Золотая кнопка, которую я крафтил с кузнецом с этой серии... моя? То есть... Я ее снова могу... Подождите! Так, давайте сначала я заберусь вот туда наверх... Машина умеет под водой плавать! Ну, это точно умеет. Подожди, как мне забраться туда наверх, у меня такой вопрос. Как-то... Оп! Да, оп! Машина Арсения Гонщика умеет даже по скалам лазить. Опа! Вылез! Реально вылез! Золотая кнопка моя. И в начале этого сезона я очень сильно лоханулся, потому что продал ее Михалычу за 30 золотых монет. Но сейчас ты меня так не обманешь, жопа! Бабазина? Геннадий Петрович? Что это такое? Я ключи тебе здесь принял. Ну просто ты был зомбарем, а на улице минус 30. А вы знаете то, что если машину не прогревать, то машина просто умрет. Я прогревал твою машину каждый день, прогревал, поэтому... Арсений Гонщик, пожалуйста, не обижайся на меня. Привет! Подарок держи. Посмотри в сундуке. Я бы тебе подарок сделал, азбуку какую-то или словарь. Мне кажется, твоя мама в детстве тебя не отдала в школу, потому что ты даже писать не умеешь. Привет, подарок! Какой подарок? Скидка на 15% на любую машину? Так у меня есть уже такой... То есть у меня есть... Что происходит? То есть 15% ты мне тогда дал и 15% сейчас. Это означает 30%. Арсений Петрович, сейчас заберу вот эту оливешку, ёханый бабай. Ты ж траванулся, не выкинул ее до сих пор. Спасибо большое. Подождите, то есть он на меня даже сейчас не обижается, то, что я у него взял машину? Какой подарок? Какой подарок? Геннадий Петрович, здорово! И у тебя подарок для меня? Какой подарок? Так, настойка боярышника. Геннадий Петрович, любишь, да? Чайчика с градусом накатить, пока баба Зина... Извини, то, что спалил, когда она не видит, да? Баба Зина или баба Галя? Я не помню, ребят, честно, я опять всегда их путаю. Ну, вторую я уже как бы шандарахнул, поэтому одна у нас осталась. Я не расскажу твоей жене то, что ты любишь настойку боярышника. Спасибо большое тебе. Очень-очень значимый подарок для меня. Руку пожми, спасибо большое. Бабзин или баб Галь? Баба Зина, да? Баба Зина, а у вас что... Борщец! Я понял. Это, походу, весь город дарит мне сейчас подарки за то, что я их излечил от зомби-вируса? 10 тарелок борщеца! Бомжара, здорово! Михалыч! Михалыч, привет! Михалыч, шо ты мне ска... Здорово! Спасибо, что спас меня. У меня есть небольшой подарок для тебя. Посмотри в сундуке. Михалыч, обращайся. Я тебя уже один раз спас от бандитов, которые тебя выкрали и затащили к себе в логово туда. Сейчас спас тебя от зомби-вируса. Нефиг делать, Михалыч. В сундуке. Ребятки, как вы там думаете, перед тем, как я открою, что там будет? Я не знаю, учитывая, что это Михалыч, он самый такой богатый бизнесмен в этом городе. Давайте посмотрим, что там будет внутри. Михалыч! Был бы ты бабой, я бы тебя засосал бы прямо сейчас. Дай я тебя обниму хотя бы, Михалыч. Не подпускаешь меня к себе, ну и правда. Ну и хорошо, мужиков к себе подпускать очень близко нельзя. Спасибо большое, Михалыч, спасибо. Он мне подарил правый монитор.
У меня есть дома монитор, еще один подарил. Ай, Михалыч, ай да, жопа ты хорошая, это такая. Слушай, меня задаривают просто подарками в этой серии. Бомжара, ты мне что подарил? Бомжара мне, конечно, вряд ли что-то подарит. Там какие-то вонючие носки, он же бомжара на это есть. Бомжа... Ключ. Ключ. Ключ? Ты мне опять свой ключ от сральника дал или что? От чего ключ бомжара? Это, наверное, от его сердечка. Он мне дарит свое сердечко. Извини, пожалуйста, у меня девушка есть, бомжара. Но я учту. Если я когда-то из девушек переключусь на парней, ты будешь первым в моем списке. Это шутка, если что. Не переключусь, нет. Так. Эдисон наваривается в этой серии, очень даже хорошо. Вы только посмотрите, у меня уже полный инвентарь подарочков такой. Так, перчик, я вернулся! Ты, короче, не поверишь, опять стену нюхаешь, да? Опять, наверное, пометил там территорию, опять нюхаешь свои неважно. Перчик, короче, смотри, у меня есть правый монитор. Правый, да, кровяка здесь все. Я, короче, после серии это все уберу, поэтому не переживайте. Так, смотрите, что мы с вами сделаем. Мы заберем вот этот компуктер. Где компуктер? Эдисон просто слепой. Так, все хорошо, это мы выбросим, заберем компуктер. Компуктер поставим, я не знаю, куда на самом деле. Вот, ну, давайте пока что вот сюда. Сейчас мы заберем вот этот экран, подожди. Забираем вот этот экран. Ставим его вот сюда. Сейчас забираем вот этот. Ставим его вот сюда. Потом забираем... Нет, комп, подожди, комп. Нужно переставить стул. Стул мы ставим вот сюда. А комп мы поставим пока что вот сюда. Вот это я уже понимаю. Вот это уже более-менее похоже на нормальное ютуберское место. Два монитора. Что может быть лучше на этой планете? Какой-то ключ секретный. Я не знаю, что это может быть за ключ. Перчик, я спрячу ключ в свое там логово, ты, если что, охраняй. Перчик, у меня охранник еще тот. Видит вора, не гавкает, а сразу срет ему под ноги. Извиняюсь за такие подробности, но перчик у меня слишком своеобразная собака. Залезаем сюда и спрячем в наш сундучок ключ. У меня есть два алмаза, золотая кнопка демастера. Я бы на самом деле оставил бы эту кнопку себе, но эта кнопка демастера, зачем она мне? Я ее просто там толкну. В этот раз толкну ее там за два стака золотых монет. В этот раз меня Михалыч не сможет обмануть. Я, конечно, могу себе ее оставить на память, но зачем? Два стака золотых монет, это я себе скоро дачу за городом куплю. И давайте я выложу вот этот анти-зомби... А нет, я пока что не буду выкладывать анти-зомби-джипошилку. Возможно, она еще кому-то пригодится. Я не знаю, все ли превратились уже в нормальных людей в этом городе. Конец зомби-апокалипсиса, я надеюсь, по крайней мере. А кому я еще не пошел? Костянчику, контрабандюганам и в банк. Давайте мы сначала пойдем к контрабандюганам, проверим, все ли там у них в порядке. Эту овечку, честно тебе скажу, я уже вижу примерно, ну, серию так 20-ю. Ее здесь кто-то закрыл, и она никак не может отсюда выбраться. Слушай, а может мне здесь в этом здании зоопарк? Давай я зоопарк здесь сделаю, ты будешь у меня первым экспонатом. И плюс к овечке я сюда еще накидаю своих хейтеров. Мне кажется, хейтеры это самые лучшие животные на этой планете. Козы, овцы и бараны. Зоопарк хейтеров. Вот будут приходить нормальные люди, будут смотреть на хейтеров Эдисона и башлять мне бабки за то, что я выставил за стекло кучу дебилов. Ну, и хейтеры, извиняюсь, если вы меня, конечно, смотрите, но... Желаю всем такой леденец хейтерам. Ну, я имею в виду... Контрабандюганчики. Опа, да вы тоже превратились, пацаны, все с вами нормально. Здорово. Подожди, вы мне ничего не дадите или что? Или, возможно, здесь... Опа, что? Отдай, я борщец бабы Зины выбросил. Что вы мне здесь... Что это такое? Это штаны... Ах ты ж, смотрите, что они мне дали. Смотрите на ноги. Это штаны под мой костюм. То есть я уже почти имею весь костюм спецназовца. Все, больше ни один бандит меня не сможет завалить. Спасибо большое тебе! И дальше вот это. Ты мне что? 10 патронов? 2 магазина на калаш? Ах вы ж просто! Разошлись в этой серии просто все! Просто разошлись! И подожди, вот здесь я могу перезарядить свою Мосинку. Вот так вот. Ребят,
Понимаете, то, что после моего спасения всего города от зомби-апокалипсиса, мне надарили больше подарков, чем на сам Новый год. Мне это нравится. И у тебя есть еще один магазин на пистолет. Давайте перезаряжаем пистолет. Опа, забираем осинку, которую я выбросил. Удачи вам, пацаны, в новом году. Удачи, не хворайте больше. У вас здесь нигде оливьешек больше нет, а? А то если вы дебилы опять надумаете чем-то там закинуться, то я больше вас спасать не буду. До свидания. Пойдем в банк. В банке, если все хорошо пойдет, мне тоже должны много всего интересненького подарить. Иди сюда, паучина. Оп, дядя Степа, точнее охранник Степа. Здорово, ёшкина контора. Ну чё, как поживаешь после болезни? Ай, извини. Опа, у него тоже подарочек есть какой-то. Да, слушай, чё у тебя за стул-то такой-то лаганый? Бодяра. Братан, держи чекушку. Дядь Степа, точнее охранник Степа. Я, конечно, не пью, но ради тебя готов посмотреть хотя бы на эту бутылку. Я поставлю ее у себя на столе дома и буду вспоминать тебя, охранник Степа. Охранник Степа, крутые усы. Конечно, не лучше, чем у меня, но мы-то с этим чубзлетом знаем, то что хорошие усики, отличный пропуск куда-то там. Ты сам должен знать, на каком слове рифма это заканчивается. Банкир! Если ты будешь жадной жопой, я тебя обратно в зомби превращу. Не знаю как, но лучше тебе не знать, что ты мне... Спасибо. Он мне просто написал спасибо. Все понимаю. Мы культурные, мы джентльмены, мы лишние слова на ветер бросать не любим. Спасибо, забираем 15 золотых монет и сваливаем отсюда. Он только что мне дал 15 золотых монет. Эдисон умеет бабки варить, даже просто зомби-апокалипсис. Чтобы вы понимали, остальные ютуберы видят зомби, остальные ютуберы снимают зомби-апокалипсис и такие: «О, зомби-апокалипсис, как мне выжить?» А я единственный ютубер, который... Опа! Где моя камера? Сейчас мы разорвем одно место этому пауку. Сейчас мы заснимем этот зомби-апокалипсис и выложим его на ютуб. Я только в этой серии закончу записывать сериал по зомби-апокалипсису. Мы с вами уже отсняли 4 серии по зомби-апокалипсису. То есть у меня есть 4 ролика, которые я выложу на ютуб. И мне кажется, зомби-апокалипсис хорошо зайдет. Если каждый ролик наберет хотя бы по 30 золотых монет, это еще 2 стака золотых монет. Что мне подарит Костянчик? А что ты мне подаришь? А, ничего. Ну, это же Костянчик, ну, балбес балбесом. Тугодум тугодумом. Ну, я тебя люблю за это. Подожди. Я ж тебе в прошлой серии сказал, чтобы ты следил за Катюхой. Я Катюху заковал цепи, потому что она еще до сих пор была зомби. Костян, ты придурок или что? Я ж вернусь, сейчас тебе уши на пазуху задеру. Да, запусти меня сюда. Катюха! Катюх, с возвращением тебя, зомби мира, иди сюда, обниму!